Приморье состоялась деловая программа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Спикеры и эксперты обсудили основные приоритеты развития края, а также роли места профессионального образования в экономической и кадровой системе региона. Мы рады видеть, что предприниматели все больше и больше задумываются о своем будущем не только с точки зрения привлечения финансирования, не только с точки зрения привлечения ресурсов для реализации больших инвестиционных проектов, как инфраструктуры, новых земельных участков, партнеров, но они все больше понимают, проникаются, что бизнес делают люди. И эти самые люди, они сегодня учатся в колледжах и вузах, и в школах. Это наше будущее, и от того, какие ребята воспитываются в Приморском крае, зависит будущее нашего региона и с точки зрения экономики, и с точки зрения социальной устойчивости и государственного управления. На встрече также обсуждалась важность профессионального образования не только студентов, но и их преподавателей. Прежде чем кого-то учить, надо научить тех, кто будет учить. И да, и в этом вот история, она очень важна. А чтобы обучать, соответственно, преподавателя, мастера производственного обучения, особая категория людей, это мастера производственного обучения, они должны не историю предметов преподавать, как я это называю, когда там старое оборудование, старые технологии, они из года в год их ретранслируют, а давать современное понимание процессов производственных. И более того, еще более важно, чтобы они уходили на шаг, на два вперед, что, условно говоря, уже завтра будет ждать в этой профессии, в этой отрасли, с точки зрения технологических вкладов, машинного обеспечения этих отраслей, для того, чтобы уже наши выпускники трудоустраивались. Региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» проходил в рамках национального проекта образования. Он нацелен на популяризацию рабочих профессий. Сегодня для того, чтобы новые бизнесы не перекупали своих себе сотрудников у действующих, для того, чтобы мы не создавали проблемы от того, что у нас все больше и больше повышается конкуренция, мы должны повышать производительность труда. А производительность труда – это то самое образование, те самые новые станки, те самые соревнования, как чемпионат рабочих профессий. Это система, которую необходимо строить годами. Для проведения регионального чемпионата профмастерства была подготовлена 21 площадка на базах колледжей и университетов. В соревнованиях более чем по 90 компетенциям приняли участие свыше 1500 человек, включая конкурсантов, экспертов и индустриальных партнеров. Диана Иванова, новости на Восьмом.